Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Так, задание дня, сюрприз. Какой сюрприз? Так, учитель зомбологии одушевляет и без того жуткие приемы. Поможет ли стратегическая колода розы, перестраховка, проучить его? Ха, ну я не знаю, давай посмотрим. То есть я буду играть за розу, да? Против разгрома, что ли? А, или наоборот, нет. Нет, ребят, все правильно. Так. Вы серьезно, что ли? Давайте что-нибудь там помельче-то, эй. Ну вот, хотя бы так. Хотя бы, ребят. Это не говорит, что я доволен прям. Так, слушай, вот нафига ты сюда пришла, а? Яйцо. Пускай будет так. Кто там вылупится? Хлыщ, да, этот? Еще и карту ему дал. Твою ж дивизию. Ладно, друзья мои. Так, ход зомби. Что он там делает? Ага. А мы тогда сделаем с тобой вот так. И тоже вытянем карту. Какая? Ты издеваешься? Фасолину какую-то дали мне. Никчемную. Хопа. Он сюда еще и воронку ставит. Он еще и воронку сюда поставил. Ну и что? Цветочек. Давай, наверное, вот так с тобой сделаем. Бумс по башке ему. Так, что он там? Безумие. Так, ну его надо бомбить однозначно молоточком, друзья мои. А он сейчас будет сюда выставлять зомби, да? Постоянно. Или как? Хиляет. Кого он тут собрался хилять? Давай вот так вот. Да что ты мне показываешь? Уничтожили. Так, а если я сделаю вот таким вот образом? Да? Уничтожает все растения зомби на земле. На земле. Ага. Учтем с тобой этот момент. Воу-воу-воу-воу, тихо. Куда ты разогнался, парень? Так, мы можем здесь с тобой уничтожить, да? И еще одна энергия у нас с тобой остается. В плане, я же сказал уничтожить вот этого вот архарца. Так, фасолина. Ну, пускай здесь стоит. Поехали. Что? Ты смотри, что, а? Давай, наверное, вот этого уничтожим. Предположим, друзья мои. Так, 6-6, да? Кого он сейчас будет влеплять? Это кто? Мумия, да? Иди-ка ты отсюда, а? Мумия. Блин, ребята, у нас останется 6 хп всего лишь. 6. Кто там у него? Что там? Я не знаю. Так. Уничтожаем всех зомби на земле. И есть контакт. Что дальше будет, ума не приложу. 8-8. Опа, мы с тобой вот эту штуку сейчас уничтожим, ребята. Сделаем это вот таким образом. И поставим, наверное, с тобой. Так, бонусные атаки, да, не может производить. Вот так я сделаю. Кто тут у него? О, сумоист. Ну что же, давай. Памс. Так, мы в ответочку. Опа-на. Друзья мои, кого я вижу? Сделаем, наверное, вот так разброс. И вот так. Что у него там в закромах? Как ты думаешь? Уничтожает растения. Окей. Безумие, это тебе, парень, не поможет. На. Так, шикарненько. Ага. Вампирионыш. А я сделаю тогда вот так. Что тут за растение у меня? А, мы вон как делаем. Хе-хе-хе. Че там?
перемещает и вытягивает карту. Ребят, ну это, конечно, это хитро. Что там за карта, я не знаю. Воу-воу-воу-воу. Уничтожает растение 4 или меньше, да? Окей, у него еще, не забывай, есть отхил. В ответку. Так, что же мне тут? Отлично, ребята, отлично. Но... Что ты там делаешь? Куда ты поставишь растение? Сюда, да? Не знаю, кто вот тут у него будет. Но нам остается только вот так вот сделать. Да и, наверное, вот так. Смотрим, друзья мои, сумоист. А он никуда его не сдвинет. Ни одно растение никуда не сдвинет. Или сдвинет. Упс. Я не знал, что он на воде может быть. Так, что у нас здесь выпадает? Заморозочка. Давай вытянем карту. Оу, красиво. И классно самое что. Так, подсолнухи, да, пошли? Но от них, конечно, тут толку мало сейчас будет, если честно. Жаба. А куда я жабу могу? Так, тихо, блин. Ну, поставим сюда. Другого варианта все равно нету. Давай жарить. Ему крышка в любом случае, ребят. Этого уничтожаем. И... А-а-а! Ну все, да, добиваем. Вот тебе, ребята, и сюрприз дня. Отлично. Роза победила. Конечно, было напряжно, опасно. Но все-таки мы с тобой сделали наше бравое дело и... Соответственно, пойдем на лигу. 26 ранг, друзья мои, у меня. Так, сейчас я посмотрю, кстати, кто-нибудь есть в игре из наших или нету? Нету. Ну, этого быть не может. Этого не может быть. Я не знаю, в чем проблема. Так, битва. Поехали. Поехали. Буду играть за разгрома. Ох ты, как быстренько-то, а? Опять 33 ранг. Что-то мне в последнее время дают какие-то слишком имбовые персонажи достаются. Так, ладно, уберем вот здесь вот. Твою ж налево. Убрал, как говорится, крупного, дали еще более крупного. Ладно, терпим. Так, у нас вспышка на солнце, что там делает? Ага, наносит сразу же в лицо. Сразу в лицо, не задумываясь ни о чем. Да? Мне сходить, как говорится, некем. Поставить некого. Хилеться я пока не собираюсь. Так, он, конечно же, меня, ребята, сразу же переплевывает по энергии. Так, посмотрим, что он будет сейчас выставлять. Будет, наверное, заморачиваться по поводу этого зомби. Оу, даже вот так вот. Слушай, ему нужна энергия, я так понимаю, да? Много энергии. Хорошо, ладно, предположим. Взял он подсолнух. И набирает энергию, да? Так, если я сделаю вот таким вот образом. Блин, чуть-чуть буквально не хватает. Друзья, буквально чуть-чуть не хватает, чтобы выставить. Если этот останется у меня в руке, то в следующем ходу выйдет этот зомби и вот этот. Опа, опа, банановые бомбы берет, зачем? Вот это интересно уже, банановые бомбы он будет набирать. Банана, хорошо, банана так банана. Давай, вот так вот сделаем. Че ты там будешь дальше делать-то, а? Этот пробьет подсолнух, пробьет банан. Если он, конечно, сейчас... Ага, вот так вот он. Решил хильнуться. Кстати, в последнее время, ребята, в моде пошло вот это вот тако. Так, давай этого бомбанем. Этого и в лицо. Ага. Что у него там? Терновник?
Нет, ничего не стал делать, да? Так, есть медик у меня. Но я, знаешь, что сделаю? Я, наверное, поставлю вот так вот. Ну и вот так вот. Что он там будет выставлять? Уничтожает зомби, естественно. Естественно, ему этот зомби не нужен. Все, банановые бомбы свои закончились. Памс. Так, ну что, берем с тобой вот этого водяного, ставим на воду. Вот так вот. И поставим вот этого вот. Смотрим, что он там будет делать. Уничтожать, конечно же, ему нужно водяного этого. О, даже как. То есть двоих ставить, да, сюда? Понял я тебя, парень. Все зомби на земле получают минус один, минус один. Да ради бога. Так. Нет, 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 не надо только... Бомбанул, да? Шесть хп у него остается, ребята. Что будем делать? У меня есть только один вариант. Вот так. И вот так. Но если он этого не уничтожит, ему крышка. А, подкрепиться решил, да? Хорошо, предположим, он подкрепился. Так. Авокадо. А здесь двух шампиньонов решил поставить. Окей. Так, кого усилим? Давай вот этого. Понеслась. Так, этого разбираем. В лицо еще не забываем дать троечку. Так, минус. Так, ну здесь обмен. И защита сработает у него? Сработает. Ну что поделаешь, ребят. Сработала защита и все. Начинает, начинает, да, думать, куда бы эту карту примостить. А там у тебя карта-то фигня на самом деле. Не надо было сразу в лицо атаковать. Надо было вот этого зомби уничтожать. Тогда бы все было бы совсем по-другому. Короче, ребят, что-то он ничего не делает. Сдался. Точнее, как с секунду бежал, самый последний. Ладно, это на его совести. Так, ну что, друзья мои, а мы с вами получаем первую нашу победу. Первую звездочку. Окей. Ох, еще 4 звездочки нужно, ребята, получить. Причем не проиграв, потому что если мы проиграем с тобой, нас сбросят назад. Что не есть хорошо. Я пока до сих пор не могу справляться с теми ребятами. Ну опять 30-й. Вот дают они очень высокие ранги мне. Я не могу пока справиться с теми, у кого очень много зомбарей. Причем не зомбарей, а растений именно легендарных. Там у меня не получается никак с ними. Цитрон один из них, да, один из героев, который просто бесит меня. Начинает, видишь, выставлять. Для чего? Не знаю, ребят. Что у него там на уме, но что-то на уме. Что-то он хитрит. Так, давай начнем вот так вот. Просто поставим в противовес. Не знаю, есть у него там ананас или еще кто-нибудь, кто может дать этому ореху силу божественную на атаку. Опа. Он мне уничтожил, да? Мне убрал просто-напросто атаку. Ладно. Так, что у нас дальше? Мы с тобой можем позвать вот этого зомби. Получить карту. Угу. То есть он дает нам три мозга. Опа. Этот гаденыш сейчас будет карты себе набирать, верно? Верно. Что нам тогда остается делать? Уничтожать его, да? Через эволюцию. Ну да, как вариантик. Давай его. Чпок. Чтоб не выеживался там. Так, а что этот делает у нас? Я не знаю, ребят, что он там делает. Ничего. Тупо обмен.
Так, зачем вот эту вот фигню он поставил? Я не знаю, ребят. Давай вот так вот попробуем. Что у него там, кабачок или что он? Как он будет уничтожать мне зомби-спортсмена? Заморозкой? Хитро. Хитро, но глупо. Так, давай вот так вот сделаем с тобой. Раз. Нам нужно будет 3 энергии, да? Единичку я поставлю сюда. И вот так вот, пожалуй. И вот так. Просто посмотреть хочу. Неужели у него колода на заморозке? Заморозка с орехами? Воу. Даже вот так вот? Ха. Ну давай сюда поставим. Один-один. Один-один. Так, и что, безумие? Уху-ху-ху-ху, поехали. Так. Сейчас будет замораживать, я чувствую, да? Друзья мои. Смотрим. Сейчас этого заморозит. Ох, даже как. Слушай, парень, это, по-моему, ты зря так сделал. Так, ну что, понеслась? Ага, что он сделает? Неуязвимку, да, сейчас? Скорее всего, неуязвимость себе и своим этим. А, вот даже как. И в кого? Понятно. Ну что же, давай сделаем вот так вот. Мне пока нечего здесь поставить. У него карт, конечно, дофига. Так, давай посчитаем. 6 единиц урона нужно нанести. Так, добирает 2 карты. Окей. Еще стреляет. Так, как мы можем? Мы можем потом отхилиться, конечно, попытаться. Ладушки. Все на этом? Так, 5 в лицо. Сработает защита. Угу. Кого убрать-то здесь лучше? Вот этого, наверное, да? Пока никого. Зомби с ведром. Ну, если, предположим, я так сделаю. Что там будет, фасолин свои вызывать? Нет, смотри-ка. Опа. Ладушки, что мы с тобой сделаем? Мы с тобой сделаем легко и просто. Вот этого отсюда уберем. И с помощью безумия просто порвем их. Поехали. Котика первым. И в лицо теперь. Все. Цитрон повержен, друзья мои. Ну а мы с тобой получаем еще... А, 2 звезды, кстати, 2. Потому что у нас очередная победа была. Ну что же, нам нужно с тобой заработать... Ну еще 2 звездочки, то есть еще нужно победить. Что не так уж и легко, как хотелось бы. Тем более не забывай, что на разгроме у меня рандомная колода. Рандомная пачка, которую я сам собирал лично. Есть, как говорится, заготовки, но здесь я пошел по другому пути. Поиск соперника. О, я уже думал, 3 часа будем ждать. Слушай, ну здесь рипера дали нам 20 ранга. Расслабляться, как говорится, еще не советую вам. Вот это вот уберем. И вот это, пожалуй. Да и... Вот
чему? И, кстати, в моде пошла вот эта вот роза, цитроны. Раньше, помню, все время эти нам выпадали, как их? Вспышка на солнце, горох этот. А тут смотри-ка. Ну-ка, давай начнем, наверное, вот с этого. Будет заморачиваться он или нет? Заморачиваться будет, ребята. Причем на заморозке. На заморозке, значит, у него есть, ребята, колода с заморозкой, я так понимаю, да? Так, что мы дальше? Пропускаем с тобой ход, да? Пропускаем. Опа. Смотри, что творит. Смотри, что он творит. Ладушки. Двигаемся тогда дальше. Уничтожил, молодец, молодец. Так, смотри. Если мы с тобой сделаем вот так. И вот так. И вот так. Что ты на это скажешь? Будешь замораживать всех или как? Одного он точно не сможет заморозить, по-моему, этого, да? Или сможет? Уничтожает зомби. О, ну это Колизей, зомби. Понятно, короче, все? Получается, что все, да? Поехали. Так, этого сейчас тоже подобьем. Давай вот так вот сделаем. Сейчас будет замораживать. 100% тебе говорю. Сейчас будет замораживать. А, вот даже как. Че, неужели еще и фасолину он сюда? Видишь, заморозка, я же тебе говорил. Все, ребята, предсказуемо. Погнали. Так, этого уничтожаем. 4 еще в лицо даем. 12 хп. Зомби-спортсменов у меня нету, да? Давай вот так вот попробуем сделать. Опачки, опачки. Кого мы видим? Что он там делает? Эх, минус два, минус два. Блин. Честно, да ладно, давай уничтожать. Поехали. Оу, воу, воу, воу. Тихо, тихо, тихо. Сейчас, наверное, превратит мне в козла. Ну, так и думал. Так, этого уничтожаем, этого тоже уничтожаем с тобой. Так, остается у него 10 хп. Спортсменчик нам выпал. Давай сюда вот его влепим. 10 хп, для него вот этот вот, конечно, неприятный зомби. Если он сейчас все заставит, у меня есть зомбобот. Опа. Так, он, по-моему, атакует. Когда что там? Наносит 2 единицы урона зомби-герою, если зомби использует прием. Понял. Поехали. Раз. Два. Ну и что там у тебя осталось? Превращает случайного зомби. Окей. Блин, он не уничтожил зомбаря, ребят. Я думаю, что я не могу этого. Тут же зомби стоял, да? 3 единицы урона ему надо нанести. Смотри, что делает. Хо-хо-хо. Прикрылся, да? По всем фронтам. Так, если я... Почему я только могу эти... Ладно, короче.
На следующем ходу, ребята, зомби моему пропишут. Так, ничего пока не будем с собой делать. Так. И две хпшки у него остаются, да? Типа хиляется, все дела. Че, погнали? Так, у меня еще есть щит. На худой конец мы с тобой, если что, подхиляемся. И это все? Все, ребята, ему тогда крышка. Раз. Два-с. Так, внутри в лицо, понятно. Теперь смотри, что мы с тобой сейчас сделаем. Ставим сюда зомби. Раз. Все, он сдался. Фух. Ну что, друзья мои, мы с вами переходим на 20... Какой? 7-й ранг, по-моему, да? Да, на 27-й. Сейчас еще получим 25 гемов. А вот оно. Слушай, может быть, нам что-нибудь приобрести за 1000 гемов, а? Давай-ка заглянем с тобой в магазин. В наборы. Так, здесь. Ну, я вот не знаю, стоит ли. Тут 2000, да? Можно... Так, а где у нас герои, а? Приобретаются, ты помнишь? Вот здесь. Так, сколько он стоит? 750, друзья мои. Ржавый разряд. Вот почему вот этого я не могу купить? Объясни мне, пожалуйста, а? Великанус. Как его вообще получить? Не знаю, друзья. Слушай, а давай с тобой возьмем и просто купим героя, а? Одного. Вот только кого лучше взять? Гарантия нового героя. Давай вот этого возьмем. Как говорится, все равно проходим с тобой арены, да? Почему бы нам и не приобрести? Так, заодно и карты здесь, ребята. Опачки. И, конечно же, герой. Вот так вот. Вау, сразу колоды улучшились, все дела. Колода боли. Получить. Познакомьтесь с бесячеством. Это невероятно способный и невероятно своевольный зомби. Ну да. Ну что, дорогие друзья, я думаю, что на сегодня будет достаточно. Немножечко поиграли. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!